хочется в конце ответить на два вопроса. Во-первых, кому нужны инвестиции, а во-вторых, кому это доступно? Конечно, инвестиции нужны абсолютно всем, ведь это ваш способ получать доход, даже когда вы не работаете. При этом с каждым годом ваши активы только растут, а инвестиционный капитал становится все больше. Но многие люди делают ошибку, они говорят: «сначала я разбогатею, а потом начну инвестировать». На самом деле, конечно же, это распространенная ошибка, потому что как раз наоборот, нужно начать инвестировать для того, чтобы стать богатым. И тут мы сразу подходим ко второму вопросу о том, кому же доступны инвестиции. Дело в том, что современные технологии позволяют инвестировать, даже если у вас нет большого капитала. В частности, в проекте «Двигатели до иного» минимальная инвестиция составляет всего лишь $50. И такая инвестиция может быть началом вашего инвестиционного пути и отличный шаг даже для начинающего инвестора. Несомненно, нужно повышать свою финансовую грамотность, инвестировать в самые разные направления. Но при этом помни, что краудинвестинг сегодня – это одно из самых быстро развивающихся направлений в мире. И проект «Двигатели до иного» несомненно является одним из лидеров на этом перспективном рынке. Особенность проекта «Двигатели до иного» в том, что вы не только инвестируете для того, чтобы заработать, но и поддерживаете инновации для того, чтобы сделать этот мир лучше. Вообще инвестирование в акции – это один из самых распространенных методов инвестирования, и если спросить любого успешного человека, инвестирует ли он в те или иные компании, ответ, вероятнее всего, будет «да», потому что это самый распространенный, самый удобный и самый понятный метод инвестирования, который признан во всем мире. Упускать возможности – это всегда обидно, и многие смотрят назад и говорят, почему я в свое время не прикупил акции той или иной компании. И на самом деле таких возможностей не так уж и много, ведь хорошие компании появляются не так уж и часто. Проект «Двигатели до иного» и компания «Совелмаш» в частности – это как раз пример такой инновационной компании, которая уже сегодня на наших глазах меняет и совершает революцию в той области, к которой мы с вами привыкли – область электродвигателей. И, возможно, через 30, через 40 лет люди, смотря на эту компанию, будут думать, почему же все не инвестировали в «Совелмаш». Конечно, это невозможно, ведь всегда есть сомневающиеся и те, кто верит в успешную реализацию проекта. На этом сегодня у меня все. Если у вас есть вопросы, вы всегда можете приходить на наши прямые онлайн-трансляции, обращаться в нашу техническую поддержку, которая работает 24 часа в сутки. А также помните, что можно обратиться к тому человеку, который рассказал вам об этом видео. Я думаю, что он знает ответы на многие ваши вопросы. Если вам интересно узнать больше информации об инновационном центре «Совелмаш», проекте «Двигатели до иного» и технологии совмещенных обмоток, переходите на наш официальный сайт, ссылка есть под этим видео, а также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие ролики.